Нового образования в Одесской мэрии. Оппозиционную платформу «За жизнь» в горсовете будут представлять 5 местных депутатов. Руководитель новой группы, избранный от ОПА-блока, Богдан Гиганов. В ее составе еще двое экс-ОПА-блоковцев – Ольга Кулакевич и Алексей Еремица, а также покинувшая БПП «Солидарность» Лилия Леонидова и бывший представитель УМП Владимир Корниенко. Рождение депутатской группы засвидетельствовали два нардепа, члены парламентской фракции оппозиционной платформы «За жизнь» Татьяна Плачкова и Николай Скорик. Стартовали с весьма громкой инициативы, приуроченной к 9 мая. Мы даем льготы помещениям на земле, мы даем льготы парковкам. Давайте дадим этим людям, которые имеют отношение к Одессе, к освобождению Одессы от фашистских захватчиков, приравняв их к статусу почетного жителя Одессы, льготы в 100% освобождения от коммунальных услуг. Инициатива вызвала бурную дискуссию в сессионном зале, однако после 10-минутного перерыва рассмотрение вопроса отложили. Депутатская группа не предусмотрела ряд юридических тонкостей. Проект решили доработать.